ткани, в которые одевают дороги. Зампред Светлана Давлетова в рамках рабочей поездки в Тейково посетила предприятие «Ультрастап». Компания совсем молодая, основана в 2015 году и работает на импортозамещение. Занимаются выпуском тканного геополотна для дорожного строительства. Специалисты утверждают, что их геосинтетика позволяет увеличить срок службы автодороги в разных климатических условиях Российской Федерации. Впрочем, тканные полиэфирные материалы тейковского производства заинтересовали теперь и зарубежных партнеров. В следующем году мы планируем выпускать продукцию на экспорт для Эфиопии и для Ирана. В данный момент проводится сертификация продукции.